Поздравляя собравшихся от имени главы Анапы Сергея Сергеева, его заместитель Владимир Забураев подчеркнул, для курортного города сфера пассажирских перевозок важна, как ни для какого другого. Работу водителей общественного транспорта и такси оценивают не только местные жители, но и миллионы туристов. Почетные грамоты и благодарности главы города-курорта в руки лучших руководителей и работников автотранспортных предприятий Анапы. Имя Норика Кашаняна звучит одним из первых. Водитель организации инвалидов войны и военной травмы завоевал любовь пассажиров своим отношением к работе. Вы один из тех и многих людей, которым вручается грамота Краевого департамента транспорта, подписанная лично руководителем Анной Владимировичем Вороновской. Я вас поздравляю и вручаю вот эту. Заместитель председателя совета Александр Смирнов на торжестве представлял депутатский корпус. Я всем вам желаю счастья, здоровья, процветание вашему бизнесу, вам и вашим близким, удачи и всего самого доброго. С праздником вас! 10 миллионов пассажиров в год. Это не шутка. Ответственность, взятую на себя, понимаем. Звучит в ответном слове директора одного из автотранспортных предприятий Анапы. Мы понимаем, что на нас лежит доля ответственная. Мы в дальнейшем будем работать без нареканий, чтобы не было нареканий от жителей, от гостей, особенно нашего курорта. Будем стремиться развивать наше предприятие, потому что от целом нашего предприятия, будь то механик, водитель или руководитель, зависит очень многое. Водители, автомеханики, диспетчеры и кассиры. Наградами отмечен труд представителей разных профессий.